в следующий раунд. Вот уже счет становится 13-6 в пользу Никиты Глазкова. Никита Глазков тоже выступал в составе сборной страны, в том числе на чемпионатах мира и Европы. Вот Дмитрий Степанов сократил разрыв в счете 13-7. Был чемпионом мира среди юниоров Никита Глазков. Ну вот на взрослом уровне пока, скажем так, в лидерах он закрепиться не может. Прошлый сезон закончил 17-м во всероссийском рейтинге. Выпал из основного состава сборной страны. И для того, чтобы туда вернуться, нужно приложить серьезные усилия. И вот, ну вот чем не повод, успешное выступление на Кубке России может приоткрыть Никите Глазкову дверь в сборную. Ну вот смотрите сейчас, да, повел 14-7, ну и бросился добивать своего противника. Ну а Дмитрий Степанов был к этому готов, встретил, нанес укол 14-8. Конечно, преимущество большое, и можно себе позволить такую вольность, как позволил сейчас Никита Глазков. Ну, если бы разрыв в счете был меньшим, то это могло бы ему дорого стоить. 14-8. Ну что, спортсмены дофехтуют до перерыва второго, вот остается 30 секунд с небольшим. Или все-таки закончит раньше бой? Ну что, Дмитрий Степанов совершенно... Да, все, закончили, 15-8. 15-8 в пользу Никиты Глазкова. И Никита Глазков встретится с Сергеем Бидой. Наверное, в четвертьфинале.